Клоун против Кейт Дэнсон. Какое же у меня пузо. Там сидит, кстати, один из выживших. Ладно, ребятки, с вами Алекс Плей. И давайте по традиции наберем 150 лайков, как всегда, и выйдет новая серия. Я вам очень, кстати, сильно за это благодарен. За лайки и за комментарии, за советы и за хорошие наставления. Вот. Это Dead by Daylight, детка. Слабым здесь не место. Иди сюда. Попалась красотка. А ты отличаешься от других? Да. Молодец. Ты мне нравишься. Вот я... А я! Что это было? Кажется, ее план не сработал. Дай хоть на тебя посмотрю, ну-ка. Смотрите, какая. Красивая. Красивая. Вы не думайте, что я кемперю, я просто хочу посмотреть на это. Все. Потом на повторе я просто пересмотрю это. Да блин, я бы ушел! Поспешила, поспешила, реально поспешила. Я хотел только уходить. И тут побежала. Так, мы пойдем. Где-то рядом он. Где-то рядом. Так, подожди, а как? Поболтаем, поболтаем на штаник. Отлично. Ух! Ух! Так, ну где вы? Уже сбежали отсюда. Так, боже мой, что я вошкаюсь-то с ними? Что же я вошкаюсь-то? Один починил генератор. Так, тут нет никого. Тут нету. Возможно, ее даже вылечат сейчас. Так, сломаем. Так, вижу тебя, хорошая, вижу. Так. Что ты хочешь? Куда ты планируешь сбежать? Молодец, какая, молодец. Мешай, 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 мешай. Так, что у нас здесь? А, пойдем к другим генераторам. Что-то я... Смотри, какая. Отлично. Отличненько. Пускай бежит. Пока здесь посмотрим, что у нас здесь. Я думаю, тот будет заводить генератор. Собери уже. Немножечко не успел. Так, вижу, вижу, вижу. Так, вот блондинка. Давай, давай. А, я промазал! Боже мой, как я так? Нормально. Отлично. Надо вернуться назад. Мешаем, 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 мешаем на штоник. Так, тут все нормально, ладно.
С этими генераторами нормально. Осталось три генератора. Ах ты, блин, еще один починили. Так, вижу. Так, а где оно? Я ж попал по ней, да? Хрен, короче, с ней. Блин, в этих полях хрен что увидишь. Что, вижу, вижу. Так, попалась. А, мне нужна блондинка. Мне срочно нужна блондинка. Так. Если я ее поймаю, но она уже умрет. Так, мы пока тут помешаем, помешаем. Отлично. Один надломали. Посмотрим, что у нас здесь. Ну-ка. Тут у нас нормально. Вон она, блондиночка. Где она? Она где-то здесь была. Ты сама меня сюда привела. Иди сюда. Давай-давай-давай. Прям на голову встал. Нравится, а? Вижу, вижу, вижу. Отлично. Так, двое полегли. Отличненько. Так, первое будешь ты у нас. Давай, 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 давай. Одну подняли. Так, ну это все, покойница. Отлично. Два генератора. Короче, с этими нормально все. Вот с тем дальним, я не знаю, его могут сейчас... Давайте сходим все-таки к дальнему. Проверим дальний. Так. Надломим его. Надо возвращаться. Блин, два генератора. Боже мой. Офигеть. Офигеть, ребят. Ну плохо, что я могу сказать. Все, у нас очень плохо. Придется ломать. Долго бегать вообще смысла нету. Так, с этим все хорошо. Что будешь делать-то? Поймалась. Так, вон, наверное, ближайший. Вырвется, нет? Так, отлично. Быстро, быстро, быстро. Ну, его почти починили. Так, долго не стоит задерживаться. Че, ее тоже, кажется, убили.
Тут нормально, пойдем тот проверим. И возвращаемся. Блин, где-то же стонало здесь. Я прям слышал, где-то стонало. От страха или от чего оно там? Почти завелись, смотрите какие. Почти получилось. Вот его бы, наверное, сейчас поохранять. Офигеть. Слушай, ну еще чуть-чуть, и они заведут его. Там осталось-то немножечко. Где-то здесь по-любому кружится. Вот где-то здесь тусуется. В любом случае надо вернуться. Так, ладно. И бежим назад контролировать. Потому что сюда, я думаю, тоже вернуться. Кстати, не возвращается никто. Не могу заметить. Может, где-то тут и сидит, и прячется. Так, там у нас нормально вроде все. Мне больше вот этот волнует. Он, короче, делал треугольник. Где-то здесь паразит тусуется. Неплохо. Вон она. Так, беги, беги, беги. Отлично. Пойдем тогда к тому. Так, так, так. Ну, этот почти заглох. Ну-ка, что у нас с этим? О, он где-то здесь. Отлично. Так, ну мы все же вернемся к тому. Я думаю, она сейчас заведет его. Это ее единственный шанс. А нет, смотрите, почти заглох. Отлично. Почти заглох. Двое раненых. А что у нас вот с тем? За него даже не берутся. За него даже не берутся. Так, так, так. Неправильно они чинили генератор, видите, они рядом друг с другом. Это мне большой плюс. Им сложнее сейчас будут из меня выбраться. Смотрите, опять заводила. Нет, не заводила. Такое ощущение, что заводила все-таки. Так, вон я вижу издалека. Блин, боже мой! Что же сделал? Че она, подожди, она другой, кажется, чинит. Да, она решила третий чинить. Это был такой отвлекающий маневр. Да хрен их поймешь, короче. Че они задумали? Так, ну тут все нормально. Вот этот очень опасный, его могут починить. Хотя, в принципе, он тоже почти заглох. Он тоже заглох почти что. Надо пробежаться по периметру все-таки. Так, они вылечились. Они вылечились. Это плоховато. Плохо для меня. Так долго игра будет. То есть тот палет пока что уберем. Отлично. Уже не работает, а вот этот работает. Значит, что-то тут трудится все-таки. Так, как бы их проверить-то? Он пока
пока никого не видим. Тишина. Так, боже мой. Хераси. Почти завели. Вы что делаете? Они почти его завели. Если бы я одну поймал, ну блин. Дайте мне еще одну поймать. Так, вижу следы. Куда они идут? А, не поймаю так, короче, никого. Она специально отвлекает, да? Все-таки починят они, я думаю, у них получится. Так. Вот напряжная катка, да? У них есть шансы. Такое же где-то здесь было. Надя уже два завела, молодец. Да, боже мой. Короче, я сейчас не успею по-любому туда. Не успею, вот чувствую, не успею прям. Отлично. Что надо ее поймать. Так, а хорошо. Но неужели? Неужели? Так. Очень хорошо пока что. Так, что у нас здесь? Тут у нас нормально. Вот там одна тусовалась. Это тот чинила. Вот тут по-любому чинит. Ну что делает? Почти у меня получилось. Почти получилось. Я как будто бы слышу ее. Так, ладно. Ладно. Теперь они где-то рядом две. Где-то две должны быть рядом. Боже мой, ну сдайтесь уже, пожалуйста. Сейчас ее лечить еще будет. Ау, выходи! Красавицы спрятались. Все, она ее вылечила. Ну и какую тактику они придумают? Это может вечно вообще длиться. Первый раз такое. Первый раз такое. Так, люк здесь. А, я думаю, они люк уже давно. Люк они давно уже обнаружили. Так. Тут у нас хорошо все. Боже мой, я первый раз в такой ситуации. Я поймать-то не могу. И генератор надо контролировать. Как бы ее заметить там?
Так. Давайте сзади, что ли, зайдем. Ох ты, боже мой. То ли уже отпустить их. Бедолаги намучились. Так, а вот сейчас я вижу кровь. Так. Где-то здесь. Взорвала. Она могла починить, потому что я далеко отошел. Ведь могла же починить. Так, попали в нее. Так, перелазила. Перелазила, куда идет? Куда она пошла-то? Опять ушла. Так, вон следы. Куда они уходят? Ах ты ж, блин! Первый раз я в такой гребаной ситуации. Просто на равных. Сколько это будет длиться, а? Сколько? И никто не сдается. Так, тут нормально у нас. Значит, будут тот чинить генератор. Эти забросили, да, ребят? Чинить, скорее всего, будет все-таки вот этот. Уже на максимум я повреждал. Я уже не знаю, что мне делать. Просто во все стороны распылять. Так, заметил. Заметил. Так, куда она пойдет? Отлично. Так, ну все, палета здесь нету. Надо бежать, надо бежать. Вон она раненая. Так, спряталась. О, нет, бежит. Ладно. Ребят, ну была, не была, нам надо ловить. Нам надо ее ловить. Попалась. Хорошая попалась. Так, ну один по-любому через люк убежит. Ну пускай убегает. Если она, конечно, может еще вырваться. У нее все шансы есть. Так. БКП был тыхаем. Отлично. И возвращаемся. Ну один через люк просто сбежит и все. Она еще чинила. Идеально, кстати, бегать, да? Вот так, допустим, сюда кинули. Я только сейчас понял. Так и проверяете. По-любому где-то здесь. Так. На всякий случай. Что, заводила? Заводила, конечно, заводила. Пошля, молодец, пошля. На стриме было бы, мне кажется, классно. Так, ну и где вы? Куда вы убежали? Где следы? Где кровавые следы? О, боже мой, самая долгая катка. Тут все уже полностью сломано. Значит, будут другие чинить. Короче, им проще сдаться кому-нибудь и бежать через люк.
Потому что я тоже не хочу проигрывать. Я постоянно проигрываю маньякам. Радует то, что вот эта вторая, первую я, блин, почти даже не видел. Вторую, которую я два раза уже подвесил, ее легко догнать. Она плохой манс. Ну, мне так кажется. Я примерно так же, как она, играю. Вот слышу где-то звук, ну не знаю где. Конечно, на паузе вы возможно, даже видели кого-то. Ну, когда играешь, ты как бы не успеваешь за всем следить. Короче, этот генератор нафиг бросили. Они подумали, он нафиг надо, он проклятый. Вдвоем. Так, я видел, куда одна побежала. Куда-то туда побежала. Кто-то кричал. Кто-то здесь был. Может, она вообще в шкафчике где-нибудь прячется? Ага, лучше бы, короче, она ее просто не спасала и стояла рядом с люком. Вижу следы. Вижу, 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 вижу. Заметил. Заметил ее. Давай, давай, давай. Отлично. Так. Хочет затеряться, вот вижу. Вижу, 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 вижу. Сейчас появится. Так, ну все. Если я сейчас ее подвешу, то все. И одна, скорее всего, просто через люк сбежит. Если я подвешу еще. Так, ну все, погибло. А первая, я думал, пошла чинить генераторы. Поэтому бегом-бегом назад. Или просто через люк сбежит. А где мы люк видели? Видите, мы где-то... Где-то здесь. Да, вот он, люк. Возможно, она уже приметила его. Так, 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 так. Как залезть на эту гребаную гору? Мы же можем залезть? Так, поболтыхаем, поболтыхаем. Как я ее сейчас буду искать ее? Так, тут нету. Тут не видно. Может, где-то перебирается, да? Она, возможно, видит меня. Потихонечку крадется. Но она же запомнила, да, где я? Где люк? Где люк? Где люк? Где люк? Ну, глупо я сейчас чинить генераторы. Или все же она чинит? Уже максимум. Мне уже не дают очков за поломку. Ну, у нее действительно единственный способ, самый простой, выбраться через люк. Я думаю, она тоже уже устала и хочет быстрее закончить игру. Вон, ну все. Слава богу, боже мой, я устал, правда. Че нам дадут? Я в шоке. Я думаю, много. 1030 будет, интересно? Мы долго играли. 23... О, неплохо, почти 30 тысяч. Нормальненько, нормальненько.
Плюс прогресс один, неплохо. Так, с кем играли? С хорошими игроками играли. Так, 270 радужных осколков дали. Нормально. Ну что ж, надеюсь, эта игра будет быстрой. Ну, не в плане того, что меня быстро поймают и убьют, а в плане того, что мы быстренько сбежим. Так. Игра за маньяка? Кар. Я немножко начинаю понимать, как думает маньяк. Конечно, он будет стараться контролировать. Будет контролировать. Кто-то пробежал. Генераторы. Аккуратно. О! Блин, это свинья. Офигеть. Не так далеко от меня. Надо его как-то сбить с толку. Капкан еще повешал. Блин, надо тоже за поросенка поиграть, не нравится он. Просто я забываю капкан надевать, когда играю за него. Вот там будет идеально место. Просто я не сбегу от него точно. О, ну все, хана. По-любому надо два генератора починить. Давайте постараемся быстро это сделать. Так, а второй он просто повешал. Тоже забыл надеть. Или экономит. А, один сбежал, точно. Один сбежал, молодец. Пускай, короче, они там разбираются. Я буду чинить генераторы. Это у меня получается намного лучше, чем спасать. Я спасу и все равно попадаюсь. А меня уже потом хрен кто спасает. Ну, не, есть, конечно, бывает, что спасают. Но буквально недавно играл. Меня никто не спасал. Я висел рядом, и рядом со мной висел другой, выживший. Постоянно его спасали. Меня как будто бы просто не замечали. Поэтому посмотрим, как они себя вести, конечно, будут. Мне тоже важная миссия. Так. В принципе, хрюшка далеко. Вообще можно здесь где-нибудь спрятаться. Так. Люк бы еще заранее найти, было бы прям топово. Было бы топово и хорошо. Ладно, пока что оставим. Чемоданчик пригодится. И мы начнем следующий чинить. А время тикает. То есть надо вот на таких штучках освобождаться, где кукла висит. Один погиб. Пока один погиб, мы так примерно смотрим, вдруг где-то рядом этот люк будет. Рядом люка не... Так, убежала. Вроде назад не оглядывается. Так, наверное, встанем. Еще одного поймала. Весело. Сейчас пойдет сюда по-любому. Еще один погиб. Так, подожди, сколько нас? Двое осталось. Тут по-любому надо дочинить.
Там можно в дом попасть. Да, это, кажется, будет быстрая игра. Давай, немножечко. О, нифига себе, вы это видели? На самом кончике. Так. Теперь уходим. Тихо, аккуратненько уходим. Я даже не знаю как. Можем просто за дерево спрятаться. Так, тут посидим. Чего, вы видите его? Я думал, он не будет за это дерево заглядывать. Пускай пока тут побегает. По-любому вернется. Че, пойдем или нет? Два генератора починили. Если он меня обнаружит, то я уже не сбегу от него. Я же вам не рассказывал, что из меня плохой манс. Очень плохой. Так, тут слишком как-то открыто. Ну, люк пока что рано слышать, да? Люк я не должен слышать. Нам надо его уже искать. Поймал. Боже мой, ребят, ну как я его спасу? Смысл? Нам хана, короче. Боже мой, напряженно. Можем стелсом передвигаться. Еще и капкан на ней висит. Офигеть. Офигеть. Может, она постарается как-то сама сбежать? Ну, со мной это понятно. Я, скорее всего, проиграл. Все, она решила сдаться. Люк может быть рядом с генераторами, да? Все. Теперь, если он будет рядом. Так, сейчас все плохо. Да все, хана. Ну наверху же не может быть люков, правильно? Я не умею в эту игру играть. Боже мой. Но меня точно сейчас не отпустят, да? Через люк, я так понимаю, я тоже не сбегу. Слушай, я неплохо ее так шатаю. Немножечко осталось. Как я обещал, что будет очень быстро все. Ну не могу, я не умею я искать эти гребаные люки, мне не везет на них. Надо было просто, наверное, бегать, хотя, блин, он бы меня быстро бы нашел. А, в общей редке надеюсь на лайки, ставьте лайки, пишите комментарии, и будет новая серия. Пишите советы, пишите ошибки мои. Ну, маловато я, конечно, заработал. А, зато за клоуном, мне кажется, была довольно-таки интересная игра. Всем до скорого, пока-пока и еще увидимся.